Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 716, диаметром 28 сантиметров, настроен в тональность акебона в ноту ля. Это двутон, разновидность глюкофона. Двутон имеет сразу два звука в одном лепесточке, и его звучание богаче и объемнее по сравнению с классическим инструментом. Давайте слушать. Также можно играть руками. Играть можно бесконечно. Инструмент идет такой градиент от сине-фиолетово-бордовых, перетекающий такой янтарный, золотистый оттеночек. Все это узорчиком закручено в галактику. С обратной стороны то же самое. Ножки выполнены из натуральной кожи. Ножки защищает лаковое покрытие от царапин, когда вы ставите на твердое, и придают звук, то есть вам не нужно искать никакие мягкие места, носить с собой какие-то подушечки, либо какие-то другие прокладки мягкие, можно прям ставить на ножки и играть, он уже будет звучать. Лучше, конечно, это положение, когда вы ставите на ноги, тем самым вы слышите и чувствуете вибрации, которые передаются вам в тело, когда инструмент звучит. Ну, это и удобнее играть. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.